Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Вы на канале питомника Марины Стик. Не могу никак выпустить это сокровище из своих рук. Хочу показать поближе вот этого эксклюзивного трехцветного парнишку, монгольская песчанка. Когда он был малышом, он был бело-черного окраса, а сейчас к возрасту 2 месяца он перекрасился и стал у нас трехцветный. У него остались и белые, и черные отметины и на мордочке, и на хвостике, и на теле. И при этом у него проявился рыжий окрас по всему корпусу и голове, что очень-очень необычно выглядит и очень-очень украшает этого парня. И сегодня я заметила, что у нас есть его племянница. Девчоночка подрастает и тоже готова к продаже вот такого же окраса, только она еще малышка, и немножко у нее окрас выглядит по-другому. Она смотрится белой с рыжим, и если ее шерсть против шерсти провести вот так рукой, то подшерсток у нее голубой, а у него рыжий. То есть он был по спине у нас абсолютно белый. Но эти брат и сестра, можно так сказать, двоюродные, потому что его папа и мама той девочки, которую можно посмотреть в предыдущем видео, они как бы родные, брат и сестра от одних родителей. Но вот мы создали разнокровные семьи, подобрали им самцов и самок неродственных им кровей, и у нас получились похожих окрасов детишки из разных пометов. Если вам интересно, посмотрите предыдущее видео. В продаже самцы и самки. И у нас еще готовятся к продаже от других родителей монгольские песчанки. Пока не выставляю на продажу, потому что они вот так вот необычным образом могут поменять окрас. Это сынок нашего Макса. Макс у нас победитель выставки. По поводу стоимости просьба обращаться в личные сообщения или по телефону. Мы находимся в Санкт-Петербурге, и отправками песчанок в другие города мы не занимаемся. Все подробности в соцсети, ссылочки в описании, или по телефону можно в форме смс. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, но ненадолго. Увидимся в новых видео. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марины Стик. Здоровья вам и вашим питомцам! Все наши песчанки имеют крепкую, здоровую психику, не кусючие, не дикие, не истеричные. Песчанка – это дневной зверек. За ним интересно наблюдать днем. Он не будет беспокоить вас ночью шумом и беготней в колесе. Песчанки абсолютно не пахучие животные. И если вы боитесь заводить мальчика, потому что думаете, что у него будет запах, в отличие как от девочки, вы ошибаетесь. От песчанки, ни от девочки, ни от мальчика запаха нет абсолютно никакого. Уборку можно производить раз в месяц, исключительно для того, чтобы поменять гигиенические опилки, в которых они у вас будут жить, а не потому, что у вас идет запах на всю квартиру, как от многих других грызунов. Песчанки долгожители, они живут гораздо больше, чем хомячки. И они не болеют так часто, как мышки или крыски. Песчанки крепкие по здоровью животные. Особенно такие, как у нас. Родители этих песчанок привезены из
Германии, Швеции. Они победители выставок, чемпионы, их предки-чемпионы Финляндии, откуда тоже привезены родители этих мышек. Родители титулованные выставляются. И мы получаем вот таких эксклюзивных, необычных по окрасу, красивых детишек. Все песчанки нашего питомника имеют редкий в разведении ген дилют, осветление окраса. Скоро Новый год, уже конец ноября, всего лишь один месяц остался до наступления Нового года. Позвольте себе встретить этот Новый год с новым питомцем. В нашем питомнике на сегодняшний день огромный выбор монгольских песчанок, девочек и мальчиков, очень красивых и интересных окрасов. Все песчанки нашего питомника правильно содержатся, правильно питаются, правильный подбор генетический пар производителей. И если вам интересно наблюдать за жизнью наших питомцев, и вы до сих пор не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые интересные, а возможно для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. А с подписчиками нашего канала увидимся, конечно же, в новых видео. Буквально, можно сказать, сегодня. Видео это будет опубликовано уже 27-го, конечно, ночью. А мы с вами увидимся в новых видео с утра. Завтра, ну, точнее, как бы уже можно сказать, сегодня мы будем примерять шапочки на наших чихуашек. Шапочки, которые я вяжу на заказ для выпускников нашего питомника. А также часть шапочек идет на продажу. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марини Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!